суток, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. С вами снова Пес Отец, и мы тем временем продолжаем кампанию за Македонию в тотальной войне Рима. В прошлой серии на нас напал Дом Брутов и разбил нашу армию при битве под Коринфом. Осаду с нашего города мы так и не сумели снять, а наш 16-летний полководец Алей пал как истинный герой. Стоимость 800 золота, содержание 120. В принципе, давайте наймем, денег у нас хватает. Так, пару отрядов македонской конницы отправим нашему полководцу из столицы. Нам надо как-то отбросить врага от Коринфа. Гоплиты ополченцы. Их тоже можно отправить из столицы. Тоже пару отрядов гоплитов направим. Не доходит. Ну это не страшно, хорошо. Наймем еще солдат столицы, чтобы восполнить утраченных воинов. И в Ларисе тоже наймем. Сделаем пару крестьян в качестве мяса. Конечно, боевой дух у них просто никуда не годится. Ну, не страшно. Вернее, это страшно, если честно. Белозора, что у нас тут происходит? Давайте святилище построим. Только какое? Святилище Артемиды. Совершенство стрелкового оружия. Так, святилище Зевса. Порядок 5. Счастье народа 5. То есть, святилище Ареса нам только дает счастье народа и все, да? Это плохо. Стрелковое оружие или законность? Или производство пищи. Что-то из трех надо выбрать. Давайте все-таки святилище Зевса построим. Счастье народа плюс 5 и общественный порядок плюс 5. Все, денег нет, сдаем ход. Снести форт! Объединим наши войска. И идем спасать наш город. Не доходят, печально. Что у нас по докладам? Кстати. Сообщение о строительстве понятно, о наборе дипломатические сведения. Так. Следующие фракции сейчас воюют друг с другом. Армения с селевкидами, все итальянцы с Карфагеном. А нет, там не все. Брут не ведет с ними войну. Или это просто союзники Брута надумали присоединиться к войне с Карфагеном только сейчас. Хорошо, делаем ход. Брут атаковал нас, это плохо. Жаль, что наше подкрепление не успело дойти. Что у нас есть? 41 человек в городе и 154 на подкреплении против 297 отморозков. Погнали. В военное время законы молчать. То верно, то верно, Цицеронушка. Если вы почувствуете какой-то странный запах, это ваши враги. Вот что страх делает со слабаками. У тебя-то штаны случайно не пахнут? Грозных сыновей Геракла. Грозный сын Геракла. Ты хоть вот понимаешь всю серьезность этой ситуации? Себе. На нас напали, нас мало, и мы можем просрать город вообще. Тот из нас погибнет сегодня. Остальные выпьют за них. Но теперь сражайтесь с честью. Хорошо. Начать размещение. Что будем делать, грозный сын Геракла? Угу. У них только один таран. Если мы его уничтожим, то считайте, битва выиграна.
Им нечем тупо будет атаковать наши стены. Гоплиты, встаньте здесь. Как 300 спартанцев будете защищать ворота. Марш! Уходим! Ближе. Так. Крестьяне. Сзади будут на поддержке. Давайте и кавалерию тоже сюда впихнем. Все защищайте ворота. У нас есть еще подкрепление, кстати говоря. Так, режим обороны. Постараемся подкрепление наше быстренько в город отправить. Если это будет возможно. Начинаем битву. Подкрепление прибыли. Но смогут ли они принять участие в битве? Подкрепление прям за врагом, как обычно. Как обычно, короче. Два отряда бомжей, крестьяне с кухонными ножами и наемные гоплиты. И македонская конница, да? Или кто это? Наемники гоплиты. Нет, это копьенос. Давайте клином. Ага. Добро пожаловать в ад! Попробуем убить их. Военноначальника, хоть какой-то шанс у нас появится. И, возможно, они побегут. Так, давайте поближе сюда. Все, они на нас выступают уже. Избежать битвы не получится. Давайте. О! Ничего себе, уже? Неужели таран сгорел? Да, отлично. Просто изи. ГГ. Если честно, я думал, мы потеряем город. Отлично, ребята, мы отбились. Это было очень легко. Никаких потерь мы не понесли. Это радует. Мы сможем наше подкрепление теперь... Так, их предложение в союз, информация по карте. Фракия, да? Нет, нам не нужен с вами союз. Не братья вы мне, Фракия. Так, я говорил насчет подкрепления, теперь мы сможем его в город направить. Так, переобучение. Чтобы построить. Что посоветуешь? На данный момент представляется разумным построить в этом поселении святилище Зевса. Это святилище обеспечивает данному поселению. На данный момент представляется разумным построить в этом поселении кузницу. Развитие кузнечного дела обеспечит вашим армиям оружие и доспехи лучшего. И давайте обучающий лагерь с дорогой. Дипломатические сведения. Нумидия, Карфаген. Так. Итоги хода. Уверенный полководец. Жестокий чиновник. Хорошо. Древо. Да, жалко, жалко очень. Погиб наш сын. Смертью доблестного воина. В атаку! Давайте Афины возьмем. Подкоп, наверное, смотри, построим. И пару таранов, может быть. Нет. Лестницы. Ну, и пусть таран будет. Два хода подержим. И возьмем Афины. Лариса. Дорога строится. Рамзевса, Артемиды. Стрелковое оружие плюс один. Нет, Ареса не надо. Диметры, давайте. Производство пищи плюс. Сдаем ход. Ну, пока все идет неплохо. Союз, торговые привилегии, информация по карте. Давайте просто торговые привилегии, и вы нам еще карту покажете. Не хочет. Давайте тогда просто... Торговые привилегии. Молодец, Скифия.
Так. 2258 стартовый капитал. Отлично. Дипломатия. Союзники греки, враги все Юлии, все итальянцы, да? Расстановка фракций. Что у нас здесь есть? Военная сила, производство, территории, финансы, население, общий баланс. Соседние фракции. Лучшие 5 фракций. Живые фракции. Мы чуть ниже середины находимся в графике. Может быть, надо как-то с Карфагеном скооперироваться против этих итальянцев. Сообщение о строительстве, о наборе. Объявлен союз с Скифией и Германией. Деревянная стена, это не надо. Канализации. Храм Зевса. Так, что у нас здесь? Еще один ход, хорошо. Подождем. Да ты достал уже, а? Что ж тебе не имется там? Надо флот какой-то поставить, они достали уже. Мощный флот такой поставить на этом, в этом проливе. Статуя Зевса в Олимпии, в огромном храме. Господин. Итоги хода. Поселение в осаде, постройка завершена, сообщение о наборе, объявлен союз. Так. Приказы. Давайте наймем. Деньги есть. И штурмуем Афины. Ну, мы можем и на автобой, но я хочу сам захватить город. Смотрите! Сегодня прекрасный день для битвы! Любой день прекрасный для битвы, если у вас храброе сердце! Бояться не стыдно. Стыдно позволить страху овладеть вами. А теперь вскричим «Ура!» Сыны Зевса! И в атаку! В атаку так в атаку. Начать размещение войск. Погнали. Что будем делать? Для начала объединим всех копьеносцев в одну группу. В смысле кавалерия? Вы что, кавалерия? Нет, фракийские наемники. Так, давайте. Фентастов и... А, это они, кавалерия. Всех сгруппировали. Будем с этого фланга наступать. Блин, опять это... Ладно. Не знаю, как выставить формацию отрядов. Чуть позже, наверное, разберусь, если это можно сделать вообще. А что, ближе не можете? Хер с вами. Так, гоплиты. Сюда встаньте. Наемники. Ага. Давайте тогда гоплитов, наверное, чуть подвинем. Хотя, в принципе, так. И так сойдет. Пентасов отправляем копать подкоп сразу же. Так что вы мутите? Давайте, встаньте просто здесь. Мне не нужно ворота ломать. Просто дождемся, когда стены рухнут, и направимся. Город.
Начата работа в подкопе под вражескими стенами. Ваши инженеры начали подкоп. Ваши землекопы стараются изо всех сил. Конники, становитесь здесь. Гоплитов тоже подвинем. Так, бросайте таран. И становитесь вот здесь. Ополчение. Так, а вы встаньте здесь. Между лестницей. Бросайте лестницы. Будем идти через подкоп. Блин, ну как же... Ладно. Неудобно очень. Вот видите, я хочу поставить все отряды ровно, а они не хотят этого делать. Ну, давайте здесь куда-нибудь, с краешку. Остановитесь. Бросайте лестницы, зачем они вам? Отлично, уже больше половины прокопали. Что там у нас с подкопом? Долго еще? Давайте поближе. Не хотят идти. Стены уже вот-вот рухнут, наши инженеры почти докопали. Поэтому подведем сразу войска поближе к стенам. Чтобы, если что, можно было завести в город. Давайте сразу вот здесь поставим их. Такой коридор из пиков сделаем, если кто-то полезет. Все, стены рухнули, отлично. Давайте. Быстрее, быстрее, ребята. Если кто-то полезет, зафигачим их. Просто со всех сторон зажмем. Да что вы? Они там копают. Хорошо, давайте обстреляем. Этих лучников. На быстром марше давайте. А вы сюда. Коники. Сюда. Отлично. Сейчас мои стрелки... Белки, в атаку, быстро! Пинтасты обстреляют врага. Чё-то как-то не очень. А чё они не идут? Хорошо, давайте... Конников. Никто не хочет идти. Почему? Господи, боже мой, мы же стену не сломали. Ребята, господи, елки-палки, наступы обстреливают. Ну что за дела? Бегом назад. Ой, елки-палки.
Я очень невнимательный, извините, ребята. Это было тупо. Ой-ой-ой. Так, у одного отряда закончились боеприпасы. Отводим их назад. Пентасты, обстреливайте их, а вы ломайте ворота. Сорок два процента у стены. А я почему-то подумал, она сломалась. Извините, ребята, я уже лет 5-6 не играл в эту игру, поэтому забыл многие вещи. Она же не сразу ломается. Идите тогда. Да ломайте эту стену. Чувствую, я не дойдут мои... войны. Так, отходим. Инженеры занимаются подкопом. Да, все, бросайте таран. Скоро стены упадут, если на то будет милость богов. Бегите, глупцы. 60. Я все забыл. Вы посмотрите нас, как обстреляли. Сколько трупов у стен. Один отряд, и стены лупили по нам. Все. Наши инженеры отлично поработали. Вот теперь можно сюда завести войска. Давайте, кавалерия, бегом. Пентасты. Что вы не хотите строиться, это нормально. Ну почему один отряд впереди, другой где-то сзади, справа, ну? Так, по нам лупят. Это не есть хорошо. По нам лупят стены. Ну, вернее, башни у стен. Ой. Так, давайте гоплиты все сюда. Афракийские наемники, разберитесь с этими повстанцами. Разбейте им башню. Что за дела вообще? Так, пентасты. Помогите им. И вы тоже помогите им. Нехрен стоять. В принципе... Стрелки. Думал гоплитов на них направить, но не будем отвлекаться. У нас еще вон в центре карты два отряда копейщиков. Так, гоплиты, давайте быстрее. Все сюда. На ускоренном марше. Так, что здесь такое? Почему вы бежите? Да как так вообще? Вы что, больные что ли? Три отряда не смогли расхерачить каких-то стрелков? Господи, боже мой, какие вы трусы. Вы недостойны званию греков. Вообще не будете в моей армии. Так, разберитесь с ними по-быстрому, достали уже. Вот так вот. Забили просто на фарш. И можно здесь встать. Так, вы что, пешком идете? Давайте побыстрее. Ускоренный марш. О, вернулись. Ну, отлично, молодцы. Давайте, захватите стены. Если кто-то побежит назад, будете обстреливать их. А вы сюда идите. Эти уже не вернутся. Один человек остался. Так, гоплиты. Ой.
Встаньте в этом проходе. Вы тоже. Все сюда. Спартанская тактика. Кавалерию сзади поставим. Великие боги, сегодня наши солдаты показали себя с лучшей стороны. Да, да. Стены взяты. Так, идите вдоль стены к следующим воротам. Захватывайте. Вы все равно мне никак больше не поможете, а вы... Захватили или нет? Ну, их обстреливают там жестко. 3 человека, 2, 1. Все, побежали. Так, 2 отряда гоплитов. Попробуем их окружить. Вы вот здесь слева. Возьмем их в кольцо и просто захерачим. Болтонская тактика. Кавалерия сзади. Бегство отряда. Ну хорошо, вы тут бегаете. А мне надо добить козлов. Все, они выступают. Как мне вас окружить? Кавалерия. Вот сюда. Зайдете им сзади. Скорый марш. Здание захвачено, здание захвачено. Хорошо. Атаковать, атаковать. Вы их атакуете, а вы их атакуете. А вы что стоите? Вперед! Так, кавалерия. Сзади становитесь. Скорее, скорее. Ускоренный марш. Мы их взяли в кольцо. Практически в кольцо. Так, подудим. Все, заходим сзади. Бейте их. Бейте их. Убивать всех на своем пути. Отлично. Вот это кольцо. Сзади просто кавалерия им навтыкала. Слава великим богам! Все, вражеский полководец убит. Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов. Что-то нашу кавалерию там жестко херачат. Давайте отведем их чуть-чуть назад. Мочите их, вы что? Смотрите, не сдаются. Уже и главнокомандующий погиб. И от отрядов ничего не осталось, а они бьются. Все, бегите туда, куда-нибудь. Что вы не можете добить? Один человек. Смотрите, какие отважные. Нашу победу трудно было поверить. Но все же конечно, я жестко затопил со стенами. Очень много потеряли. 400 с чем-то человек. Печально. Но зато мы захватили Афины. И сломали им стены. Насколько я помню, теперь их надо уничтожить жителей. Поселение захвачено. Занять поселение, обратить их в рабство. Давайте просто займем население. Насколько я помню, здесь теперь надо ремонтировать, да. И дорогу построим, переобучим этих
гоплитов-ополченцев, еще один отряд наймем и сдаем порт. Тем временем наш посол близится в Ближнем Востоке к Египту. Именно туда я и иду. Не знаю почему, я всегда к египтянам хорошо относился. Во всех частях Total War, стараюсь с ними дружить и все такое. Так, итоги хода. Плюс у нас там... Что мне делать с этим Брутом? Так, в принципе... 900 с лишним человек на 400. И то баланс сил 50 на 50. Это странно очень. Боги любят отважных. Увиди. Опять эта карта. Враги наготове! И будет невежливо заставлять их ждать! Они так жаждут. У нас именно в этом месте погиб наш 16-летний парень. Себя. Не могу его забыть. Печальная история, грустная история. А теперь бейте их изо всех сил. Да, бейте их изо всех бейте сил. Отомстим. Сотрите наших врагов с лица земли. Что, все, речь закончилась? Три отряда кавалерии, пять отрядов гоплитов у нас в распоряжении. Ну и подкрепление, конечно. Так. Откуда будет идти враг? Отсюда, наверное. Гоплиты в одну группу, кавалерия в другую. Так невозможно. Ага, я вот здесь должен. Вот опять. Ну что такое? Почему я не могу нормально создать формацию своим войскам? Я не понимаю, почему вы так стоите? Бежать. Где здесь эта настройка? Показать кнопки строя группы. Вот она, вот, Shift плюс один. Вот она. Господи, как же мне тебя не хватало. Ну, наконец-то. О, боже мой, какое облегчение. Отлично, отлично. Теперь будем навтыкивать всем. Начать битву. Слава богам, подкрепление прибыли. Отправьте их в бой. Лишите врага мужества. Вы становитесь здесь. На ускоренном марше нельзя, да? Ну хорошо, так. Кавалерия. На левый фланг. Устраивайтесь. Где наше подкрепление? Идут. Только почему я не могу их выбрать? Походу я не снял галочку. Управлять подкреплением. Теперь за наше подкрепление будет искусственный интеллект играть. Жалко, жалко. Давайте встанем в нашу формацию. Такой полуклин. Вот так. А кавалерией будем разбивать всяких неугодных, плохо вооруженных стрелков и легкую пехоту. Так, идут. В основном у него крестьяне. Так, там собаки, я слышал, есть. Вперед, ребята, поближе давайте. Вот сюда даже.
кавалерия. Сюда. Ага, побежал. Так, остановитесь. Здесь встаньте. Кавалерия. Кто это, стрелки? Разбить нахер. Легкая пехота, легкая пехота. Отлично. Бейте стрелков. Надо было, конечно, их добить. Они вернутся, я так думаю. Легкая пехота. Давайте по-быстрому, по-быстрому. Все, отходим. Бегите. Бегите, глупцы! Давайте, давайте. Куда вы побежали? Все, все, уходим, уходим. Ну, напоследок, один раз ударьте. Уходите. Что-то наши... конников нехило так бьют, я посмотрю. Обстреливают. Отлично, побежали. Все, кавалерия, сзади становитесь. Ну, быстрее. Ускоренный марш. Что вы пешком? Ой-ой-ой, господи. Ладно, бейте. Все, всех, всех бейте. Вот этих. Добить. Хотя давайте его кастаты. Куда вы, уходите, уходите. Тридцать два кавалериста у нас осталось. Это примерно один отряд, да? Вперед. Дайте им добежать до наших. Смотри. А, нас собаки, походу, едят. Не наши. Вот кто так сильно нашу конницу... убивает. Это собаки сраные. Уходите отсюда. Отряды, поторопитесь. Один отряд нам расхерачили. Побежали. Отлично. Давайте назад. Нет, все, конников не будем больше направлять на врага. Пришло время для гоплитов. Разберитесь. Ну, наш союзник тоже неплохо давит его, посмотрите. Главное, чтобы наш военачальник не погиб. Ваш доблестный полководец погиб, и его войска лишились мужества. Ах, лучше бы он остался жив. Вражеский полковник. Враги показали. Это проклятое место какое-то. Это героическое Второй полководец погиб на этом же самом месте.
Ой. Ухожу из армии. Победа! Вославим Ареса! На сегодня это все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не пропустите новых серий прохождения этой замечательной игры. Будем продолжать захватывать города, расширять наши владения и все такое. Новый наследник фракции. У нас наследник погиб. Героическая смерть Дир. Да. Печально. Очень печально. Сначала погиб сын, потом погиб отец. Ты теперь будешь наследником. Сохраняемся. И до скорого, друзья.